Мы как раз вот сейчас на совещании внесли предложение по линии сотрудничества с фондом реформирования ЖКХ. Константин Георгиевич Цицын тоже с нами работает здесь, о том, чтобы ключевые очистные сооружения, КОС-ЧВЧ, которые принимают основной объем стоков, были модернизированы за счет средств ФНБ, Фонда национального благосостояния. Такую программу фонд реформирования ЖКХ запускает, и мы в ближайшее время заявку подадим. При поддержке по линии федерального бюджета КОС-ЧВЧ будет модернизирован, и мы ту плановую работу по переводу стоков, которую уже начали, существенно ускорим. Хочу напомнить, что в прошлом году, благодаря выделению единой субсидии по линии Минвостока развития, мы уже первые две модульные очистные станции поставили в районе ЖБФ, в районе микрорайона Солнечный по улице Кутузова. И эта работа, безусловно, не одного дня, но она уже начата. И буквально коротко, вот по городу в целом, действительно, мы большую работу уже начали, много предстоит сделать, но я хочу акцентировать, что мы хотим сделать Петропавловск городом для жизни, комплексно, комфортным, не только с точки зрения жилья, но и сопутствующих услуг и требований, городом для работы. Здесь важно учесть, какие рабочие места будут создаваться, чтобы нам людей привлекать на Камчатку и удерживать лучших. И городом для гостей, для туристов, потому что это очень важная составляющая развития города. Вот эти три сферы мы в основу кладем, и, конечно, естественные преимущества Петропавловска, будем надеяться, будут работать для того, чтобы сделать его привлекательным для каждого, кто в Петропавловск приезжает или в нем живет.